Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску совместно с Управлением уголовного розыска Управления МВД России по Сахалинской области задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении серии краж. Установлено, что подозреваемые действовали организованной группой с целью хищения ценного имущества из автомобилей. Кражи совершались возле торговых центров города во время большого скопления машин на парковках. Благодаря профессиональным действиям оперативники при поддержке сотрудников СОБР Управления МВД России, проведя целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержали подозреваемых на месте преступления при попытке совершения очередной кражи ноутбука из салона иномарки. В их машине полицейские обнаружили сканирующие устройства и другое ценное имущество, принадлежащее потерпевшим сахалинцам. Преступная схема была продумана до мелочей. Один из злоумышленников при помощи специального сканирующего устройства отключал сигнализацию. Второй следил за обстановкой, а третий проникал в салоны автомобилей и похищал оттуда ценное имущество. Таким образом, за один раз подельники могли обследовать до 30 автомобилей. В данный момент все трое подозреваемых заключены под стражу. Также известно, что все участники организованной группы уже были ранее судимы за аналогичные преступления, а двое всего несколько месяцев назад освободились из мест лишения свободы.